Ну вот тренды какие вот, чтобы вот клиенты возвращались именно к нам, что Оксана, у них? нету трендов, забудьте про тренды. Тренды – это херня для конференций. Нету трендов. Есть фундаментальные вещи маркетинга и психологии клиентов. Да, вот они всегда есть, они будут, и они никогда не меняются. С клиентами просто пообщайтесь. У вас есть клиентская база, просто позвоните и в режиме вот так вот. Здрасте, я Оксана, там, Мария, расскажите, а почему вы у нас купили сумку? А почему вы у нас не купили вторую сумку? Почему-то мы всегда забываем, что клиенты – те же самые люди, и с ними можно просто пообщаться. И это не про тренды, это просто вот, ну, как, блин, классика маркетинга, как бы, ну, она никогда не поменяется. Понимаете, тренды, что такое тренды? Это просто, когда меняются инструменты. Канал коммуникации в 2000 году – телефон, в 2010-м – email, в 2020-м – мессенджеры. Просто меняется способ связи. Сейчас, не знаю, там, в фаворе TikTok будет. Ну, какая разница? Те же самые продукты, та же самая коммуникация.